И к другим темам. Татары и башкиры региона готовятся отметить праздник Серпа Сабантуй. Его проведение в этом году будет масштабным. Это связано с 25-летием областного этнокультурного центра Дуслык. В программе народные игры, танцы и песни. Выступят не только североказахстанцы, но и гости из Российской Федерации. На репетиции праздника побывала Ольга Загоруйко. В татаро-башкирском центре Дуслык ведут активную подготовку к празднованию Сабантуя. На сцене народную песню «Кубяляк», что значит «бабочка», репетирует старшая группа вокального ансамбля. Его участницы стояли у истоков образования этнокультурного объединения. В прошлом году оно заняло первое место среди неправительственных организаций области. У истоков создания татаро-башкирского центра стояли такие прославленные люди, как Митхат Усманович Сутюшев, как Рашида Газизовна Давлеткельдеева, Башмаков Анатолий Афанасьевич, Литфулин Фанис Хатмулинович и многие-многие другие. В Сабантуе примут участие все районные филиалы организации. Каждому желающему дадут возможность выступить с праздничным номером. Будут и приглашенные группы. Впервые посетит наш город популярнейшая татарская группа «Казан Егитлере». Это очень популярная группа, и в этом году они едут к нам. Ежегодно Сабантуй объединяет представителей разных национальностей. Отметить его вместе с татарами и башкирами пригласил их председатель центра Амир Базитов. 27 июля в 12 часов дня на центральной площади города напротив городского акимата всех жителей ждем на наш традиционный татарский праздник Сабантуй. Будут традиционные игры, конкурсы. Традиционные татарские игры, конкурсы, обязательно будет борьба, татарча-куряш, перетягивание каната, бег с коромыслом, бег в мешках. В Североказахстанской области проживает более 12 тысяч татар и башкир. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.